Сразу три крупных спортивных сооружения ввели в эксплуатацию в области ЖТСО. Все они возведены по госпрограмме. Один из них – блочно-модульный спортивный комплекс в Каратальском районе площадью свыше 800 квадратных метров и стоимостью почти 180 миллионов тенге. Другие два – в Панфиловском районе. Школьники села Пинжум теперь будут посещать современный спортивный комплекс, рассчитанный на 100 мест. Такой же объект появился и в селе Улькин-Шикан. Инициатором его строительства выступила герой труда Куляш Айджанова. Я благодарна, что поддержали мою просьбу и для детей построили этот спорткомплекс. Надеюсь, что здесь воспитают будущих чемпионов. Желаю им больших достижений. Здесь очень хорошие условия для занятий разными видами спорта. И это замечательно, что в отдаленных селах для нас, школьников, открываются такие спортивные сооружения. Теперь нам остается только усиленно тренироваться, чтобы участвовать в различных состязаниях.